привет, присоединяйтесь, Кстати, вот массажный салон, если сидят так девушки, то это массаж не только классического плана, но и всякого другого. А, вон, кстати, куриальчик. Говорят, что воняет, не знаю, мне кажется, не воняет. Смотрите, кто у нас здесь. Прилетели наши друзья еще. Спит? Тёма тоже спит? Нет, Давай. Это Кирилл, это Виталик, наш Лёша на Тёмочке, а вот Тёма за Кириллом хвостом бегатель. Чё? Ванёк к нам приехал в перископе. Привет. Ты есть в перископе? Да. А Ванька, по какому? Иван Барсиков. Иван Барсиков. Смотри, ной зубой. Господи. Ой, полная машина роботов. Сколько 10? Сейчас 68. Ну, вы понимаете, да? Откуда они? 58. Душ, ножек не видно. Это газы даже? А? Это газы? Да. Пиво попила, видите? Ванёк, ты тебя... Ой, как ты радуешься. Ванёк, здорово. Привет, привет. Как они здоровы? Сыночку мой, что за гвоздик? Нам приехали семья наших друзей. И вот малыш, ну, уже взрослый, Кирюша, и Тёма за ним хвостом чуть бегает. Это... Привет, привет. Немножко обгорела. У нас такой вот собор, какой в небо. Домой пока не хотим. Маечки всякие. Может, я на себя что-то найду сейчас? А что? А, не. Общающийся. Да, смотрят. Не, меня не попал. Ваня, там тоже отдыхать. Ваня здесь живет. Подписывайтесь на Ваню в перископе, в инстаграме. Мы сегодня увидите у меня на страничке. И если вы приедете на Таиланд, он вам все устроит. Wi-Fi будет? Сейчас фанаты ждите. Да. Кому друзья привезти бойцовские? Заказывайте. Трусишки. Вон там пишут Дольче Габбана. Надо верить, надо брать. А вот Шевроле. Да, все стоит. А что вы хотите? Паника, да, у людей? Да нет, писать не могут. Даша, ты читаешь нас? Да. Зайди заново в перископ. Ну, сейчас давайте попробую заново зайти, давайте.